Так, сегодня у нас на тренировочке приседания со штангой и так далее, и так далее, и так далее. Я уже размялся. Сейчас на штанге у меня 120 килограмм. Вот. Специальные цепи, так как меня никто не страхует. Я боюсь травмы. Поэтому штанга у меня висит на цепях. Приседаю по 5 раз. Больше не приседаю. Хочу дойти до максимального веса на 5 раз. Ну вот я повесил 140, оператора не было, я присел 130, пришел оператор, я повесил уже 140, сейчас посмотрим, как пойдет. У 46-летнего дяденьки присесть со 140. Нормально, нормально. Ну, повесил я 150. Посмотрим, что будет со штангой 150. Вот для чего.